Всем привет, это студенческое телевидение ЮТВ. Через несколько минут в здании железнодорожного колледжа будет дан старт новому молодежному проекту «Заряд гениальности». А также здесь выступят участники, которые активно проявили себя в Евровидении ПТРГУ. Смотрим! Какие у вас впечатления от начала сегодняшней студенческой весны? В принципе, хорошие впечатления. Мы совершенно случайно попали на этот конкурс. Вообще узнали всего 2 дня назад. Вчера подали заявку и уже сегодня здесь оказались. После Евровидения не берут автографы, не пристают на улице, не говорят, это ты тот самый человек, который спел песню Алексея Воробьева, нет? Нет, такого вообще не было. А жаль. Я могу попросить тебя автограф первого. Без проблем. Как вам сегодня впечатление от мероприятия? Впечатление только положительное. Я рада, когда вижу, что люди не профессионалы, ребята выходят на сцену и показывают в такое качество. Это всегда приятно и это ободряет. Конечно же, мы не суперзвезды, но для своего уровня мы стараемся и пытаемся преодолеть какие-то новые высоты. Ребят, скажите, как ведущий ведущему, тяжело вести такой конкурс? Нет, на самом деле, мне кажется, все легко проходит, потому что все с таким энтузиазмом, с таким драйвом. Ребятки классные, ребятки замечательные, очень здорово, что горят глазки, что они готовы что-то делать, что они верят в то, что они делают. Друзья, жгите, верьте, действуйте, у вас все обязательно получится, вы крутые.